Основные вопросы повестки дня новыми не назовешь. Участники обсудили актуальные направления социальной реабилитации слабовидящих людей, а также на примере Брестской областной организации вопросы трудоустройства и образования инвалидов и внедрения безбарьерной среды. Несмотря на поддержку государственных структур и уже проведенную огромную работу в этой сфере, ряд актуальных проблем остался. Назову, наверное, банальную ситуацию, но тем не менее, парковочные места для инвалидов по зрению – большая проблема сегодня в городе, потому что вот даже наша МРЭК четвертая, где получают группу инвалиды по зрению наши, да, припарковаться практически негде. Я знаю, что это общая проблема всего города, и не только в нашем городе, но и в стране в целом. И тем не менее, нельзя забывать об инвалидах. С принятием Конвенции о правах инвалидов в 2014 году и введением плана действий по ее реализации в нашей стране, с 2017 года началась серьезная работа по внедрению безбарьерной среды. Прежде всего, это доступность объектов социальной инфраструктуры, транспорта, пешеходных маршрутов и светофорных объектов. На помощь инвалидам приходят не только современные электронные трости, облегчающие передвижение по улице, но и новейшие разработки в сфере мобильной навигации. Сейчас внедряется программа «Штурман», которая позволяет дистанционно зрячему человеку помогать, слепому, я буду говорить, то есть человеку с инвалидностью по зрению, помогать на расстоянии через видеокамеру, и наши операторы ведущие представили бесплатный трафик. То есть можно, находясь, если ты попал в затруднительную ситуацию, воспользоваться вот этой программой, и тебе поможет штурман твой, то есть зря человек на удалении, найти нужную дорогу, прочитать рецепт, прочитать какой-то документ и так далее. Интересной темой в работе совета стал вопрос участия Белорусского товарищества инвалидов по зрению в реализации 17 целей устойчивого развития в рамках программы Организации Объединенных Наций. Если каждый рядовой гражданин не будет носить свою лепту, а в данном случае мы видим, насколько активна гражданская позиция людей с инвалидностью, и это не может не восхищать. Мы не сможем двинуться вперед. Если они занимают такие активные позиции, их интересует достижение целей устойчивого развития, их интересует судьба нынешних поколений, так, конечно же, нам, так скажем, сильным гражданам, которые не ограничены в своих возможностях и желаниях, надо следовать их примеру. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.